Друзья, всем привет, и вы на моем канале. Сегодня у меня такая скумбрия, и в этом видео я покажу вам, как быстро и вкусно закоптить скумбрию горячим копчением. Для начала нам нужна рыба. Рыба у меня выпотрошенная и вытянутые жабры. Для приправ я буду использовать только соль и смесь перцев. Для начала хорошенько прям засолим ее. Прям щедро насыпаем соли. Все, сверху мы не будем солить, потому что это не имеет смысла никакого. Нам нужно, чтобы мясо просолилось внутри. И хорошенько натираем перцем, придадим остроту рыбе. Можно обернуть пищевую пленку рыбу и оставляем в холодильнике просаливаться, мариноваться 1 час. Далее промываю середину от соли и перца. И берем обычную колбасную нить. У меня такой вот шпагат. И обвязываем нашу рыбу. Ну разве не красиво получилось? Вот, супер. И нужно дать рыбке подвялиться еще 1 час. И в обязательном порядке использую марлю. Окутываю вот так вот рыбку от недоброжелательных насекомых. Те, которые хотят ней полакомиться и испортить мои планы. Далее займемся коптильной. Для этого нам понадобится кусочек фольги. На него насыпаю ольховую щепу. Естественно, вы уже в курсе моей коптилки горячего копчения. На дно щепу. Поддон также застеленный фольгой, для того, чтобы если капает жир, потом можно с легкостью было ее убрать. Решетка. Скумбрия абсолютно сухая. Потому размещаем ее в нашу коптилку. И коптить будем 60-80 градусов полчаса. Ставим коптильную на огонь. Ориентировочно средний, небольшой. Ждем зажигания щепы. А тем временем вы можете подписаться на канал. Не забывайте про колокольчик. Замечаем, начал идти первый дымок. Это значит, что время накрыть крышкой. А температуру контролируем с помощью термометра. И спустя 30 минут получаем такой результат. Отличный цвет, хорошо закоптилась. И даем ей остыть и провести в холодном месте буквально одну ночь. Друзья, рыба провела в холодильнике целые сутки, напиталась нашим домашним копчением, дымом. Давайте будем пробовать наконец-то. Шпагат нам уже не понадобится. Так как рыба горячего копчения и будет разваливаться на волокна, разрезаем ее вдоль хребта. Также обрежем голову, аккуратно срезаем вторую часть филе. Очень вкусно. Главное, рыба получилась быстро. Очень вкусно. Друзья, отдельное спасибо тем, кто подписывается, ставит пальцы вверх, пишет комментарий. И как всегда, всем пока, до новых встреч.